Всем привет! С вами снова Алексей, и я рассказываю историю о том, как мы переезжали с Украины в Черногорию, как мы здесь обустраивались. И мы вчера остановились на том этапе, именно выезд с Крыма, приезд в Кировграде. И сегодня у нас я расскажу о другом следующем этапе, это нахождение в Украине. Мы были три недели, но мы хотели прожить до октября. Первое, что мы постарались сделать, это сделать легализацию жены моей, потому что она севастопольская прописка, чтобы не было потом проблем с оформлением новых документов или еще каких-то там, может, в будущем ситуации. Мы, в принципе, хотели это сделать, и с этим проблем у нас никаких не возникло. Мы все оформили, единственное, что мы не поменяли прописки в паспортах, мы этого не сделали, в принципе, ну, как бы не доделать дело, потому что мы уехали раньше, чем мы планировали заранее, потому что мы думали, что мы проживем до октября месяца, так как у нас, ну, вообще мы хотели в Черногорию переехать именно в октябре, не в августе, потому что октябрь конец сезона уже здесь, попроще с легализацией, меньше тебе вопросов и вообще намного все попроще. И мы, ну, так сложились обстоятельства, что мы начали чуть-чуть суетиться побыстрее. И, конечно, первый вопрос, у которых, наверное, он у всех. Многие рекомендуют ехать в страну сначала одному из членов семьи и пробовать посмотреть, как обстановка, как стоит, не стоит. И, в принципе, мы этого не делали. И, наверное, для украинцев, для России, да, страна Черногория – это та страна, где этого делать просто не нужно. Да? Это страна, куда сейчас большинство просто бегут с целью получить какой-то мир, свободу, ну просто мир хотя бы в сердце, чтобы не было ничего, каких-то таких накаляющих фактов, чтобы там бабки под подъездом ничего не шептали, хотя их тут и никто не сидит и не шепчет, но тем не менее, да. И Черногория – это та страна, почему на нее и пал выбор, да, что сюда мы можем приехать, и мы можем не париться вообще ни на счет чего. Да, есть какие-то процессы легализации, есть какие-то процессы того, что, скажем так, ну, барьер языковой, даже тот же возьмем, да, законодательная база совершенно другая. И это, конечно, ну, чувствовалось. Ну, об этом мы завтра поговорим, о Черногории, да. И мы начали собирать вещи свои, начал я искать недвижимость. Недвижимость в основном люди как ищут? Недвижимость люди ищут через риэлторов, да. И, как правило, брат ищет брата. Но в этом случае наш брат подвел меня, и подвел довольно-таки серьезно. Что я сделал? Да? Первое, что, ну, конечно, у меня тут был уже товарищ, который друг, который здесь уже жил определенный период, и он мне, ну, в некоторых вопросах подсказывал. Но первое, с чем я рекомендую вам всем определиться, это с городом, куда вы хотите ехать. Я, допустим, выбирал Подгорицу, да, выбирал столицу, потому что мне нужен стабильный интернет, мне море в Севастополе, каждый день его видел, мне уже оно не сильно интересно, тут горы, тут мне вот это было интересно, плюс мы с женой любим очень сильно гулять по горам, очень много гулять, и, в принципе, мы рассчитывали больше на эту тему, хотя и на побережье, и гор тоже уйма, но там чуть-чуть другая ситуация, потому что, ну, там, как ни крути, курорт. Да? И мы с женой, в принципе, определили Подгорицу, и я начал искать риэлторов, мне посоветовали пару риэлторов, и вы должны понимать, что, да, если вы работаете через агентство, вы заплатите, где-то заплатите плюс 30, каждый месяц плюс 30 евро вы будете платить чисто за услуги, ну, то, что вот вы нашли через агентство. Агентство с более сильным рейтингом, более покруче такие, будут у вас драть по 50 евро, может, и больше. Ну и, конечно, если вы свяжетесь с нашим русскоговорящим братом, то будьте готовы платить и 70, и 100 за его услуги практически каждый месяц. Да? И это то, что и поддержки в конечном итоге у вас может и не быть, ну, потому что наши люди
Ну, как-то вот так я с этим столкнулся. И у меня как было, я нашел парня, мы с ним договорились, созвонились, все классно, давай ищи мне. Он говорит, все супер, давай на побережье. Я говорю, мне не нужно побережье, мне нужно Подгорица. И, в принципе, мы с ним пообщались. Он говорит, все хорошо, я все найду, все супер. И неделя до вылета, я купил уже билеты, неделя до вылета его нет. Он не отвечает, он не пишет. И я зашел просто в аренду недвижимости в Черногории, вбил на сербском, как это будет, языке, в Google и вперед. Нашел сайт, очень хороший сайт, в принципе. Ссылка будет в описании, realtica.com. Это очень хороший сайт, в котором есть и агенты, но вы видите, сколько объявлений у человека. Но, в принципе, я сделаю, думаю, видео, как найти недвижимость, потому что я нашел уже вот второе место своего поселения. Первое я нашел еще, будучи в Украине. Мы созвонились с хозяином, пообщались. В принципе, это было вообще по вайберу. Созвонились, переписались. И мало того, что хозяин еще заказал такси, меня встретили в аэропорту и привезли прямо домой. То есть он все оформил, было классно. И хозяин очень нормальный, адекватный человек оказался. Сейчас я нашел вот этот дом, я тоже его нашел именно на этом сайте. Я пробовал искать через объявление, через агентов. И все это как-то и не то. И намного дороже, реально намного дороже. И вот нашел и на этом же сайте. Так что вы можете без проблем там найти, да. И, в принципе, что мы сделали, мы после трехнедельного пребывания в Кировограде, мы уже двинулись до Киева. Из Киева мы поехали непосредственно, уже полетели в Черногорию. Да, сезон, ну, как я хотел лететь еще на последнем рейсе, который летают, самолеты летают с Киева, чтобы не через Москву, а с Киева в Тиват летают каждых, там, как каждую неделю по два рейса, но эти рейсы начиная с конца апреля и заканчивая началом октября. Вот как эти рейсы ходят. В принципе, вот сейчас уже можно бронировать билеты. Если у вас есть какие-то планы, вы можете бронировать эти билеты. Я покупал билеты через туроператора. В принципе, очень доволен. Взял по очень хорошей цене. Нам два билета обошлись до 300 евро. Два билета нам обошлись. Все, завтра мы прилетим в Черногорию. И я вам расскажу, как, что нас здесь встретило. Подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь обязательно на Твиттер. Только вчера я его завел, буду вести семейный Твиттер и буду рассказывать, как тут что интересного. Все. Всем счастливо!